снимаешь? Да. Если вы не имеете представления, как готовить на яхте, я вам сейчас покажу. На яхте есть вот такая вот плита, которая подстраивается под волнение. Смотрите. Сейчас покажу, как ее включить. Для этого мы используем любую зажигалку. Поворачиваем привычный нам вороток. Видите, газ работает. Огонь горит, можно начинать готовить. Также выключаем. Все довольно примитивно просто. На камбузе есть духовка. Вот. Здесь можно пироги печь, что мы неоднократно практиковали. Работает на газу. Газовые баллоны находятся снаружи для безопасности. Можно приступать готовить. Вот что у нас тут вкусного. Отрезки. Как вы справляетесь на волнении? Нормально. Давай посмотрим. Получается? Получается. Получается. Уже целая тарелка. Все ням. Очень даже хорошо. Ням-ням.